Этим заводным дамам немного за 60, но с инструктором по танцам они чувствуют себя намного моложе. Безукоризненно повторяют все движения и ритмично двигаются под музыку. Преподаватель своими подопечными не нарадуется. Очередной мастер-класс пройден, впереди у женщин еще караоке, волейбол и рисование. В оздоровительном лагере «Лазурный» их жизнь, можно сказать, забила ключом. И все благодаря школе общественной активности. А вообще наша задача какова? Побудить людей зрелых, возрастных, вновь поверить в свои силы, не предаваться упадническим настроениям, напомнить им о том, как они талантливы, красивы, энергичны. Это им здесь удается с лихвой, потому что мы создаем для этого все условия. Более 150 жителей Лавлинского района в возрасте 55+ приняли участие в этой смене. Сказать слово «отдыхали» было бы несправедливо. Квесты, игры, мастер-классы, конкурсы и дискотеки. Более активных постояльцев лагерь не видел за целый сезон. Как ощущения? Очень здорово. Как вы решились на это? Перекрестилась. Не страшно? Нет. Проект «Школа социальной активности» стартовал в Волгоградской области 5 лет назад. В первую очередь он направлен на улучшение и повышение качества жизни пожилых людей. В каждом муниципальном районе для них проводятся семинары, дискуссионные площадки, занятия по повышению компьютерной грамотности, а также выездные мероприятия, такие как смена в лагере «Лазурный». Здесь проект проходит второй год, но уже имеет своих постоянных участников. Ой, даже слов нету. Очень хорошо. Я тут второй год уже активно веду образ жизни. Не пью, не курю. Все у нас молодцы. В общем, очень понравилось. Позовут и на следующий год приеду. С утра до вечера такие все позитивные. Все мы дружные. Все мы эти игры, там, песни, все мы везде участвовали. Очень понравилось. Самому взрослому участнику смены 82, но свои года в школе социальной активности считать не принято. Здесь все молоды душой, и это самое главное. Александру Александровичу 67, и своим главным хобби мужчина считает спорт. Нам уж дома всем уж надоело сидеть. Это же все-таки нас как-то развлекает. Поэтому интересно, конечно, здесь все. Это нас как-то отвлекает. От домашних даже дел. Все преподаватели и инструкторы смены работают здесь на добровольных началах. Для них главная награда за 2 дня работы – это юношеский огонь в глазах взрослых людей. Анна Муслимова, Виктор Хиврин, телеканал «Волгоград-1».